опыт «Морские камешки» вам понравился? Да! А какой больше понравился? И все! Все понравились! И хорошо! В Магадане стартовала летняя оздоровительная кампания. На базе социально-педагогического центра в поселке Сокол в первой смене отдыхает 55 детей. Три отряда. В основном это ребята из многодетных, малообеспеченных или опекаемых семей. В лагере работают несколько объединений. Галилео, наука и искусство, супердетки. Все направления посвящены году науки и технологии. Кроме того, ребята в лагере еще подрабатывают. Трудятся на территории учреждения и поселка. Как же отдыхают дети на площадке? У нас запланировано мероприятие с библиотекой. Филиал библиотеки у нас находится на Соколе. И бассейн посещаем. Также запланировано мероприятие у нас со спортшколой совместные. Значит, лагерь наш работает с 8:30 до 3:30. Питаемся мы два раза в день на школьной столовой рядышком, 20-я школа у нас. Питание в лагере абсолютно бесплатно. Всего смен будет две, каждая длится 15 рабочих дней. Вечерний Магадан решил выяснить у детей, что им больше всего нравится на площадке. Кружки, развлечения, мы играем на отряде. Мы играем, здесь гуляем. Мне нравится здесь, мы здесь гуляем. Шашками рисуем здесь. Ну, мы были у Александры Александровны, там опыты всякие проводят. Сегодня мы краски смешивали.